Я очень люблю воск и создаю фигурки из воска. Также эти фигурки идут как талисманы. Ну вот это вот на красной розе, на сердечке ангелы, это воск, покрашенный в красный цвет. Также вот эта вот очень сложная фигурка, это лотос. Ну, как бы создавать, конечно, это было, в общем-то, довольно-таки сложновато. Также вот такая вот интересная картина или фигура, можно сказать, довольно-таки объемная. Это талисман для тех, кто хочет иметь детей, но в силу каких-то причин не может их иметь. То есть это для талисман для бездетных. Также вот есть фигурки ангелов. Воск это такой довольно-таки сложный материал. Создавать что-то из него сложновато, потому что он быстро застывает. Сначала вообще делается форма, а из формы уже, в общем-то, делается фигура. И также как бы получается, что я как, ну, вдохну жизнь, что ли, в эти фигурки, и эти фигурки становятся талисманами.